Всем привет, ребят, еще раз продолжаем трешивать, продолжаем выбивать нового героя. Поехали. Надеюсь, мы его сегодня достанем и потестируем. Так. Ну, навыбивали мы уже кучу всего. Интересно, за сколько он нам упадет? Или упадет он нам вообще? Это просто жесть. От обновы до обновы не легче. Особенно на китайке. Где-то они его прикарманили. Просто жесть. Фея. Что-то перестало падать. Да, сейчас вообще легенды не сыпят. Давайте так, 150, 450, а вдруг? Просто в никуда. Смотрите, даже легенд не упало. Нормальных. Суккуб. Ладно. Делаем ход конем. Надеюсь, что мы его сегодня хоть достанем. Так. Будет смешно, если они его не впихнули или он за донат. Седна. Анубис. Ну, ребята, обязательно лайк с вас. Я, конечно, тут понавыбивал себе героев. Опять будут валяться в алтаре за КГшки, будем продавать. Блин, Тесса. Давайте по 150 попробуем. Варлок. Афина. По 150 сыпет неплохо тоже, да? Так. Ну. Анубис опять. Это просто жесть. Где-то плачет одинокий Влад. Надеюсь, он не будет смотреть этот роллинг. Так. Ну. Фараон. Не знаю. Повелитель бури. Дайте этого. Блять, еще один повелитель бури. Издеваются, просто издеваются. Уже просто нет слов. Сколько я понабывал топовых героев, ни хрена не упало.
Придется ролить на основе. Правда, хрен знает, когда у нас обнова. Скорее всего, на следующей неделе она же будет. Есть тыква. Да. Афина. Тут уже просто не радуешься этим топовым героям, потому что, ну, слить. Сколько там, где-то 270 тысяч самоцветов и не выбить. В принципе, это нормальное явление. После обновы не выбить нового героя, а потом они начинают просто падать. Теква. Там, по-моему, Тесса упала. Да, жесть, жесть, ребята. Это просто жесть. Давайте еще заходик сделаем. Надо все-таки добить. Не думал я, что китайцы тоже зажрутся настолько. Так, окей. Побежали дальше. Ну где ты, чудило с четырьмя руками? Атлант, блядь. Да, конечно, героев я себе понавыбивал. Отличных. Нифига нету. Ну да, и что-то. Жесть, ребята. Даже легенды перестали сыпать. Ладно, трешуем дальше. Сейчас еще заходик сделаем. Не упадет, то я уже буду на основе ждать, потому что, ну, или бы осколками соберу. Это жесть просто. Столько самого перевели. В принципе, не перевели. Так.
Поехали дальше. Блять, сучка ты такая. Не падает, и ты ничего не сделаешь. Долбанный рандом. Бля, я буду угорать, если он только за донат будет. Два паладина. Если он донатный, это просто... Это будет эпик файл, ребята. Ворожей. Нахрена мне эти все герои? Дайте мне нового. Каждый раз смотришь, когда легенда падает в ожидании чуда. Сука, ну. Падают, в принципе, неплохие герои. О, так и знал, что будет такая залупа. Но зато сделали контент. Так. Бигфут. Я уже в кагашках на героях. Наверное, только Арктика у меня проблемная будет. И то ее скоро достанем, еще пару штук. Так, это просто жесть. Да, блять, ну где четырехголовый этот? Задрали. Да просто как сговорились. Давайте так вот по Берику, чтобы мы не видели, что там падает. Ну, что-то интересное, куча героев нападала, но я думаю, вряд ли он вышел. Топ-роллинг, когда не знаешь, что тебе... Есть, блядь! Сука ёбаная! Ребята, сори за маты, но это просто пиздец. Мы его достали. Мы его достали, да, блядь. Это оно, блядь, мы его достали. Ёбаный в рот. Поехали, блядь, будем его проверять сейчас. Все, пишите комменты, подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайки, блядь, это топ-контент. Всем пока.